если на этапе отбора допущена ошибка, обучение не имеет смысла. Я скажу тебе правду. Будет трудно. Иногда настолько, что единственное, что поможет выстоять, достичь, не свернуть, — твое упрямство. Будет сбиваться дыхание и выпрыгивать сердце, трещать мышцы. Жара и холод воспитают тебя наравне с командиром. И ты скоро поймешь, что это самое прекрасное, что могло стать судьбой. Ведь ты не просто изменишься, а превратишься в лучшего из лучших, выносливого и быстрого, сильного и меткого, решительного и расчетливого. Постоянные тренировки тела, воли и разума. Максимальная концентрация внимания, сосредоточенность, глубокое погружение в науку. Ты изумишься, сколько знаний может вместить твоя память. Вместить, чтобы применять на практике всю жизнь. И ты поймешь, что пистолет — это лишь инструмент. Оружие — ты сам. Отточенное до автоматизма действие позволит тебе поражать любую цель, управлять специальной техникой. Ты научишься умело командовать людьми, найти выход в сложной ситуации, узнаешь то, что известно очень немногим, и побеждать там, где другие отступают и гибнут. Это право служить в элитных подразделениях Беларуси и жить яркой, наполненной смыслом жизнью. Самое главное будет заложено в тебя в этих стенах. Тут готовят не только к военным действиям, но и к успешной управленческой работе в любой сфере. Здесь выковывается не только характер, но и судьба настоящего гражданина своего государства. Сюда приходят парни, выбравшие самый мужской жизненный путь. За пробелы в боевой подготовке оценку «неуд» ставит противник.